В 2020 году Сарапул стал победителем конкурса, который проводился среди малых городов по благоустройству с проектом «Музейный квартал». И вот реконструкция в рамках проекта началась. Сегодня работы по благоустройству развернулись в детском парке. Согласно проекту, здесь заменят забор, ограждающий парк, проложат новые прогулочные дорожки, обновят освещение, оборудуют комфортный санузел. Также в парке появится воркаут-площадка. Перголы будут произведена замена покрытия на уже имеющейся детской площадке. И это далеко не полный список преобразований. У нас появится летняя веранда, где можно будет проводить определенные мероприятия, выставки, концерты и тому подобное. Появится летний театр, в котором тоже можно будет проводить мероприятия. Сегодня здесь уже демонтированы старые тротуары и обустраиваются сети инфраструктуры парка. Освещение, канализация, водоснабжение. На следующей неделе планируем начать строительство по водоснабжению парка, то есть это водоснабжение туалета, административного корпуса, класса тренировок, летний водопровод, поливочный для по всему парку. Ремонт этот ведется в рамках проекта «Комфортная городская среда». Благоустройство музейного квартала включает в себя также и ремонт территории около Музея истории и культуры Среднего Прикамья. Здесь появится парк науки. Это будет открытая экспозиция о развитии инженерной мысли Сарапула. Также благоустроят прилегающие к этим объектам улицы. Часть улицы Первомайская и улицу Гоголя. Участок около школы номер 15. Детский парк и парк науки около музея сделать в этом году, улично-дорожную сеть в следующем году.